Краски в палитре мешать не можно. И когда другую краску берем, тогда надо помыть и так далее. Но не делаем толстый слой, да, краски. Нельзя так, чтобы он таком, как, чтобы ровный был слой, да. Потому что эта краска выжигается в лазурь. Отдельно. Но что-то с температурой случилось во время обжига, да? Нагнулись. Потому что этот режим обжига очень-очень чуткий такой, да? Надо градус точь-точь и время точь-точь, все надо, да? Что-то получилось, и есть шедевр. Наверное, дети нашего художника потом на этих висолос. Что разделяется, да? Отделяется, да? И выходит вот такой. Тоже так можем делать или нет? Пока еще нет. Ага. Не высохло. Можно пить чай, а обычно этот мешок от чая негде ставить. Вот там можно поставить, да? История длинная, как начинал. Это было 8 лет назад. Мы с мамой придумали, что надо свой бизнес делать. Так. Я здесь родился в Рауне и живу. Придумали свой бизнес. И был такой продукт, который давно был знакомый, давно знали люди. Но он был пропавший. Это зеленый сыр. Для этого сыра и начинали свой бизнес. Называли его хлеб работников, хлеб северный, хлеб тюремщиков, потому что тюремщики были те, которые высылались в комбинаты работать, и они пекли хлеб для всей Латвии. По-всякому его называли, но еще называли хлеб свиней, хлеб лошадей, коров. Были какие-то праздники, приходили, тогда делали в этой печке запеканки и делают всякие вкусные блюда, и такие блюда, какие можно тут сделать, нельзя сделать ни в одной самой крутой, самой и в горшочках делают, и капусту там тушат. Но в каждом случае такая печка — это целый миллион, и каждый себе, которая ценит себя хозяйкой, ей надо такую печку.
выглядит как уникальный продукт, потому что ученые, когда смотрят вот этот натуральный ржаной хлеб, тогда они говорят, что в таком хлебе есть 20 витаминов примерно. Тесто делала сама хозяйка. Это было по-латышски, это звучит «Сагнетис года дарбс». Ей помогать смогли только женщины из семейного семейного круга, и чужих вообще сюда не запускали, и даже если кто-то постарался зайти, тогда ему тестом бросали, чтобы не несли святость из дома, потому что через хлеб можно святость вынести из дома. И, между прочим, мужиков тоже тут не пускали, и им было не дано видеть, что тут происходит, когда хлеб делается. Женщина делает хлеб, потому что хлеб самый важный. Если у латыша упадет хлеб кусочек на землю, тогда он ее поднимет, извинится хлебу, что он упал, вообще-то поцелует и поставит обратно на стол. Делаем хлеб, который называется гуаду майзе. Ну, когда праздничный хлеб, когда праздник был у латышей, тогда старались все делать круглой формы. Сыр круглый, кликдера круглый, торт круглый, все круглое. И говорят, что тем круглее, тем лучше. Почему круглый? Потому что солнышко. Ну тогда, когда круглый, буханочку делает, ставит тут и сначала руками и против солнца сначала гладит там. И ну, левая рука идет так, а правая рука ее гладит, чтобы не было вообще никаких, вот, ну, как колобок делает там. Будто дарба пади. Пятнадцать лет эти деревья растет, и потом первый раз мы их обрезаем. И первый раз обрезаем и не даем этому дереву расти выше, а чтобы венок был шире и легче из него, чтобы было убрать шишек и его обработать. И всего они 4-5 метра высоты, эти дерева, этих плантациях. И из плантации
эти шишки собираются, эти венки обрезаются. Зимний месяц, этот от ноября до марта месяца, в этих плантациях идет работа. И когда шишки собраны, мы их здесь привозим в мешках, которые дальнейшие через этот люк в потолке, эти мешки транспортируются на третий этаж. В третьем этаже хранится, в втором этаже сама сушилка, где сушим, и в первом этаже сама печка и помещение, где семена собираются.